Всем привет, с вами Прия. Сегодня среда, и пора проверить свою удачу вновь, вскрыть недельные сундучки и глянуть, что же интересного выпадет. Я даже удачу свою сбривать абсолютно всю не стал, и все-таки, как говорят, нельзя там бриться перед какими-то ответственными мероприятиями, экзаменами, мол, типа, сбриваешь накопленный опыт. Вот поэтому, только после вскрытия сундуков стоит этим заняться. К сундукам подготовился максимально, как только можно было. Ну, действительно. И сейчас я получаю самую лучшую вещицу. Плюмаж — это идеально, я считаю. Не, ну серьезно. Юзабельная верса — это очень сильно. Наверное, вместо косточек, потому что у костей все-таки статы рандомные. Пропает там все-таки не всегда то, что нужно. А вот плюмаж... Это замечательно. Юзабельный тринкет лишним никогда не будет. Хорошо, надо будет еще ромбик последний апнуть в неке. Но это, как говорится, попозже. Ну что ж, можно идти дальше. Можно идти на воина. В таком случае, в случае хорошего дропа, мне хочется на воина заиметь щиток. Это было бы реально неплохо. Но в итоге это ступни, которые дают прибавку к искусности, 6%. А у меня в текущий момент верса повышается. Я считаю, то, что повышение мастера на 6% это в целом неплохо. К тому же это меньше порчи. То есть можно что-нибудь интересное сделать, и в будущем, когда там я все-таки апну плащик, можно будет что-нибудь еще поинтереснее надеть. А что именно... Вопрос хороший. Да, стоит подумать и разобраться. А что там по модификаторам? Укрепленный, усиливающий, упрямый. Тройное У. Что я могу сказать? Да ничего я не могу сказать. Ну, пятнашку-то можно закрыть спокойно, я считаю. Да и все на этом. Само собой, какой-нибудь хант или рога никогда лишним в пати не будет на модификаторе упрямый. Ну или монах-танк со своей статуей сможет все прекрасно закрыть на себя. ДКшечка что должен полутать? ДКшечка должен полутать полезное кольцо. Что еще? Да не знаю. Посмотрим. Временами случается такое, что PvP-сундук как-то даже полезнее, чем PvE-шный. Хоть даже с PvP-сундука падают вещи более низкого эквипа. Но зато там какая-то порча полезная, статы хорошие на вещицах. В общем, забавно все это реально. Сундучки, конечно же, стоит взять. Так, ну что там? 90-я шея, кстати. Неплохо. Так, а сундук-то что принесет? Это вопрос хороший. Гетику? Прямо сейчас. Так, это колечко с повышением мастера. Ну, это повышение мастера. Зачем оно мне нужно? Играю ли я в ОУЕ? Нет. Да, то, что колечко с избеганием, это, конечно, все классно, это прикольно. Но лучше ли оно будет, чем кольцо древнего черпальщика, которое я уже просокетил за 25 тысяч зараженных реликвий? Вот это вот вопрос реально хороший. Не знаю, я пока что его продавать, конечно же, не буду. Бижутерия — это вещь такая... Весьма нестабильная, но все же. Теперь стоит вскрыть PvP-сундучок и глянуть, что оттуда выпадет. То, как были отбиты 500 очков завоевания, я не знаю, можно книгу писать. Ну, серьезно, за 5 где-то часов или за 4 были отбиты эти 500 очков завоевания с целью того, чтобы сегодня вскрыть сундучок. Ну, потому что много времени провел на альфе, и времени было не особо. А в итоге это еще один трофей. Но он вендору уходит. У меня один есть уже в банке. Смысла от второго я не вижу. Для монаха хороший лут, для воина хороший лут, для ДК, ну... Наверное, нет. Кольцо это, скорее всего, нужно будет очистить. Но стоит признать, это колечко, то есть, как я и загадывал. В целом, мои желания сегодня сбылись. Но будет еще неплохо, будет очень неплохо, если выпадет... Шапка. Та, которая мне реально нужна, та, которая даст мне плюс ДПС. Да, инженерная шапка, она там топ-3 или топ-2
но имеется шапочка, которая, конечно, превосходит ее в разы. Ну, там, на 500, на 700 единиц дэмэджа. Но это точно не она. Увы, это не она. Как бы на распыл, и все на этом. Все. Что тут еще сказать? Все открыто, все вскрыто. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылках в описании. До скорого!